Продолжаем выпуск. С 4 мая в городе возобновили работу около 70% объектов малого и среднего бизнеса. Однако соблюдение ими санитарных требований находится под строгим контролем. Вместе с тем заметно снижение участия предпринимателей в государственных программах. Подробности в нашем следующем видеоматериале. В соответствии с постановлением заместителя главного санитарного врача Восточно-Казахстанской области от 29 апреля текущего года об изменении карантинных мероприятий, с 4 по 10 мая текущего года возобновлена работа 511 объектов малого и среднего предпринимательства. Это 61% от общего объема. Среди них 107 объектов непродовольственной оптово-розничной торговли площадью до 500 квадратных метров. В сфере услуг свою деятельность возобновили 398 парикмахерских и 6 торговых точек по продаже цветов. С 11 мая текущего года возобновили деятельность еще 15% или 76 субъектов малого и среднего бизнеса. В том числе 21 единица субъекта оптово-розничной и розничной торговли, также непродовольственными товарами площадью до 500 квадратных метров, 39 парикмахерских и 16 точек по реализации цветов. На сегодняшний день в городе работают около 70 предприятий малого и среднего бизнеса. 4 мая в связи с ослаблением карантина были созданы 17 мобильных групп для контроля за соблюдением санитарных требований организациями, начавшими свою работу. На сегодняшний день проведено 420 рейдовых мероприятий. Несмотря на ситуацию в мире, в этом году в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020» в регионе планируется реализовать ряд государственных программ. Такие как «Дорожная карта бизнеса 2020», «Развитие производства отраслей экономики простых вещей», «Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Инбек», «Региональная программа финансирования АКНИЕД», «Программа льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства». Как отмечают специалисты, в связи со сложившейся ситуацией в стране, активность субъектов предпринимательства в государственных программах снижена по сравнению с прошлыми годами. Отметим, что по статистическим данным, на сегодняшний день в семье насчитывается 24 358 субъектов малого и среднего предпринимательства. Самат Секенов, Рыскуль Мадвасова, телеканал «Семей».